Всех приветствую! Сегодня вам хочу показать одну полезную настройку на вашем андроиде, благодаря которой вы сможете играть в любимые игры, даже если у вас на устройстве нету памяти. Будет интересна настройка геймерам и тем, которые любят очень сильно в игрушки. Заходим в Play Market. Дальше у нас в правом верхнем углу вот такой вот кружочек нашей настройки. Заходим сюда, ищем пункт настройки. Дальше общие. И здесь появляется новый пункт Google Play Instant. При наличии приложения с мгновенным запуском веб-ссылки будут открываться в нем, а не в браузере. То есть таким образом вы теперь сможете играть в абсолютно любую игру. Смотрите, выходим вот так вот, да, и, к примеру, здесь не все игры есть, но все-таки очень много. Вот, к примеру, вот такую игруху набираем, и у нас будет возле установки попробовать. И перед тем, как активировать, проверьте, у вас на этом не будет игры. Дальше, смотрите, опять-таки какую-то игру вводим, ну, те, которые выходят. Есть попробовать пункт. Таким образом, вот смотрите, опять-таки заходим. Выбираем игруху, нажимаем попробовать, она у меня не скачана на телефоне, но тем не менее я сейчас уже могу без проблем в нее поиграть. Вот так вот выбираю уровень, любой абсолютно, то есть первый, второй, третий жду, игруха запускается. Я, смотрите, могу играть уже полноценно в эту игру, реально офигительно, согласитесь. Пробуйте, такая настройка есть абсолютно на каждом телефоне. Не поверю, если вы напишите, что у меня ее нету, потому что она есть на каждом телефоне. И пишите мне, работает ли у вас или нет. С вами был Андро Хакер, пока.